прохождение различных игр и также крутой монтаж по Gravity Falls. Если ты любитель этого, то заходи, подписывайся на канал Team Rainbow. Он будет этому очень рад. Как делишки, ребятишки, с вами Вставайтесь, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию, где сегодня мы будем рассматривать новую и крутую карту в Майнкрафте. Как вы поняли, да, эта карта будет про машины, про гонки и про многое другое, ребята, но это я вам расскажу чуть позже, а перед этим я даю вам свое слово, ребята. Набираем 2500 лайков, в ту же секунду выходит новое видео без модов или что-то другое, поэтому, ребята, не постесняйтесь, поставьте лайк и сразу же выйдет новое видео, я вам обещаю. Также подписывайтесь на мой канал, каждый подписчик для меня как друг, и я, ребята, всех вас очень люблю, поэтому я буду рад, если вы присоединитесь к нашей большой и дружной семье подписчиков. Потратьте всего лишь 2 секунды. Больше мы тянуть не будем и приступаем к самой серии. Ну что, ребята, добро пожаловать в новую и крутую карту в Майнкрафте. И сразу же, о чем будет эта карта? У нас тут есть 3 различные карты. Это в какой-то степени, можно сказать, Need for Speed в Майнкрафте. Потому что вы можете соревноваться со своими друзьями, вы можете выбирать машины, вы можете просто ездить, гасать, тормозить и выигрывать, если вы, конечно, супергонщик, ребята. Это реально очень крутая карта. Почему я решил поиграть сейчас на ней? Потому что кто смотрел мое вчерашнее видео, ребята, то вчера мы рассматривали, как сделать супер машину в Майнкрафте без модов, на которой мы могли летать и многое другое. Поэтому это видео в какой-то степени относится к тому видео. Но, знаете что, перед тем, как начать, я хочу вам сказать то, что если вы хотите, чтобы я в отдельном видео без модов рассказал, как добавить вот такие машины в ваш ванильный Майнкрафт и, допустим, сделать что-то в этом роде, давайте добежим до вот этого гаража, то есть, чтобы у вас был дом, у вас был гараж, и у вас была вот такая крутая машина посередине гаража. Если вы хотите, то в следующей серии без модов я расскажу, как нам сделать вот такую машину, потому что это реально круто. Ну, допустим, ребята, иметь вот такой дом, открытый гараж, и посередине гаража стоит вот такая прелестная, чудесная машина, и как она хорошо проработанная, даже сиденье видно, даже руль видно, и даже можно на крышу запрыгнуть, я так думаю, да, что-то в этом роде. И кто не знает, то все вот эти текстурки, все вот это сделано с предметов ванильного Майнкрафта. Поэтому, ребята, это, можно сказать, поросята, да, потому что реально обычные поросенки с Майнкрафта превращены в вот эту машину, и это просто нужно иметь текстур-пак для того, чтобы это сделать. Ну ладно, ребята, знаете что, сейчас мы будем вот это все делать. У нас есть тут 3 разные карты на прохождение. Я хочу выбрать изначально вот эту, стадион. Нам просто-напросто нужно кликнуть по этой кнопке, и все, ребята, мы появляемся. Как видите, у нас тут есть 4 места. Это ваша машина, вот это, ребята, ваша машина, вот. И как видите, то, что я говорил, реально поросенок на машине, потому что это текстур-пак. И нам нужно именно нажать вот сюда на этого поросенка, не в кабину, а на поросенка, чтобы сесть в эту машину. Тут может быть ваш второй друг, тут может быть третий и четвертый. То есть вы можете соревноваться с вашими друзьями на вот этой нереально прелестной карте. Ну, ребята, сегодня я играю один, поэтому я... Поэтому, ребята, давайте я вам сейчас покажу один, как гасать на вот этом всем. В первую очередь мы включаем F5 для того, чтобы мы нормально видели, потому что если мы будем от первого лица, мы будем видеть вот так. А если включим F5, и даже если мы еще сделаем вот так, то будет еще намного круче. Выбираем первый слот в нашем инвентаре и нажимаем правую кнопку мышки для того, чтобы набирать скорость. Вот как видите, как поворачивать, ну, просто-напросто нужно управлять мышкой влево-вправо. Но долго не задерживайте. Сейчас мы притормозили, долго не задерживайте, потому что на поворотах вас будет заносить, и просто-напросто вы не будете успевать поворачивать. Вот, смотрите, ну сейчас я успел, потому что скорость у меня не очень большая, но если мы, допустим, наберем большую скорость, вот смотрите, ребята, то я не успею повернуть, и я врежусь. И нам нужно будет медленно и очень медленно выезжать вот с этой травы. Потому что если вы съезжаете с трассы, у вас скорость очень и очень уменьшается. Поэтому, ребята, контролируйте вашу скорость, и что самое главное, тормозите на поворотах, потому что если вы этого не будете делать, то вы сможете проиграть вашим друзьям, если вы, конечно, будете с ними соревноваться. И знаете что, ребята, поворачивай, куда ты нахрен едешь, а машина? Ребята, что самое главное, не забудьте, эта карта работает на версии 1.9, не ниже,
больше, в принципе, пока что нету. Она работает на версии только 1.9, то есть на новой версии Майнкрафта. Поэтому, ребята, если вы захотите поездить с вашими друзьями, то учтите то, что только на этой версии карта будет нормально работать, без всяких лагов, да и, в принципе, вообще запустится. Но это круто, ребята, потому что это первая карта, и мы уже практически до конца доехали. Я вам повторюсь, у меня тут нету ни единого мода, я даже не устанавливал никакие командные блоки, потому что командные блоки, сама карта состоит из командных блоков. Потому что, как видите, в реальном Майнкрафте вы сможете найти вот такую машину. Команды блоков и также текстур пака. Тормозим 64 секунды. То есть мы проехали целую карту за 64 секунды. Ребята, знаете что? Ссылочка на карту есть уже в описании. Вам нужно просто зайти, вам нужно просто ее скачать. И если вы пройдете какой-то уровень, то дайте мне знать. Потому что я хочу узнать, кто сможет меня побить. Вот эту среднюю карту я прошел за 64 секунды. Кто сможет, ребята, меня побить? Гонщика. Кто меня, гонщика, сможет побить? А? Ну давайте, давайте, качайте эту карту. И посмотрим. Это, ребята, вторая карта. То есть, это вторая карта какая-то. Равнина. Ух, как у меня спина болит. Какая-то равнина, какой-то лес. И сейчас мы, ребята, еще раз попробуем. Давайте. Опять F5, а не Shift. И погнали! Вот реально Need for Speed, ребята. Давайте, давайте. Сейчас мы попробуем. Ух, нет, 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 не врезайся никуда. Вот. Немного сбросим скорость для того, чтобы не врезаться, как видите. А машина действительно успешно крапкается на все блоки, потому что это в какой-то степени перевоплощение лошади в машину, потому что лошадь может забираться и также спускаться плавно по вот этих блоках, так же, как и вот эта машина. Но трассы тут реально очень круто проработаны, и, в принципе, я не скажу то, что это очень много лагов. То есть, а сама карта вот так работает. У меня ни капельки не лагает. Понятно, что в Майнкрафте не может быть что-то нереально плавно, как, допустим, в каких-то супер играх, потому что это же все-таки Майнкрафт, и это все делается с помощью кучи текстурпаков, командных блоков и многого другого. Но если учитывать то, что это не... Тормози, тормози, не хочу я... Вот, затормозил успешно, потому что полетел бы я в это пшеничное поле, и хрен бы меня потом выбрали оттуда. Если учитывать то, что это Майнкрафт, то, в принципе, это даже очень круто. Я на полной скорости лечу, лечу к финишу. Ребята, 37 секунд. Да, врезался в невидимую стену. 37 секунд, ребята, это даже очень супер. Да, это очень даже супер. И первую карту, точнее, среднюю карту мы прошли за 64 секунды. Вот эту за 37. Или наоборот, 67-34, неважно, я уже забыл. Но сейчас, ребята, это у нас будет самая эпичная и последняя карта. Это у нас будет что-то нереально крутое. И мы обратно забираемся в нашу машинку. Если у вас карта залагала, то вы можете нажать сюда, и карта полностью за одну секунду перегрузится, переустановится и перенастроится, и все ваши лаги, все ваши баги и многое другое пропадут, потому что карта создастся заново и всего лишь за одну секунду. Сейчас, ребята, мы опять садимся в нашу крутую машинку. Бум! Даже звуки есть, офигеть. И начинаем наше путешествие. Главное вот тут не упасть, потому что если вот тут мы упадем, будет не очень круто. Поэтому сейчас нам нужно очень... Стоять, стоять, стоять! Тормози, тормози, дрифт. А прикиньте, если бы тут дрифт можно было бы делать. Нам нужно очень медленно тут двигаться, потому что если мы рухнем с этой трассы, то вряд ли мы сможем обратно забраться на нее и дальше продолжить наши гонки. Потому что если вы отсюда рухнете, то вряд ли устоять, вряд ли вам когда-то гонки еще будут нужны в вашей жизни. Потому что если вы отсюда рухнете, то вряд ли вы выживете в той сути. Ну, ребята, стоять, стоять, стоять. Ну, представьте, если вы будете ездить вот на таких трассах, вот на таких различных машинах, потому что тут может быть 4 разные машины, да, вот это синяя, зеленая, красная и вроде желтая, если я не ошибаюсь. И сейчас, ребята, прыжок. Бум, нафиг. И вы прикиньте, если до 4 друзей могут играть на одной вот такой карте, то прикиньте, как это круто будет сражаться против ваших друзей на такой реально прикольной карте. Это, ребята, мне даже одному весело, мне одному весело, я... Стоять, стоять! Ух, как я стал, ребята. Посмотрите, у меня уже два колеса просто-напросто валяются. Точнее, висят в пропасти. Давайте сейчас мега-супер прыжок. Офигеть, как это круто. Сейчас тормоз, тормоз сюда, замечательно. Лагов нет, ребята, к этому можно привыкнуть, потому что, как я уже говорил, это реально Майнкрафт, и к этому можно... Стоять, сын!
Я вообще рискованный парень, слушайте, ребята. Это трюки, это все подстроено, я просто-напросто подрабатываю каскадером. Поэтому не переживайте, мол, ах, Эдисон сейчас там слетит с обрыва на вот этой карте. Не, ребята, не слечу, это все запланировано, это все я сутками тренировался, как видите. Я переживаю, ребята, это эмоции, это наигранная, это, ребята, актерская игра. Вы не переживайте, это все специально, вот, о, ну тормоз, о, как, ребята, вот, кто бы так смог делать, кто бы вот так смог делать, вот, зависнуть над пропастью. А я даже могу себе выйти, погулять, Макдональдс, фастфуд, мне гамбургер, есть тут кто-то, я припарковался так удобно, нет, никого нету, ладно, уходим, поэтому сейчас, нет, задний ход, твою мать, задний ход, я забыл, что тут заднего хода вообще-то нету, ну да ладно, ребята, мы успешно, дрифт, ну, да, это можно назвать плагучим дрифтом, но все же дрифт, 81 секунда, это не в счет, ребята, нет, это не в счет, это не было состязание на вот этой карте, это были просто небольшие путешествия, как я хотел сказать. Ну да ладно, ребята, три карты я вам показал. Это, в принципе, очень удобное лобби-меню. Это все очень круто сделано. Тут есть гараж. Так вы можете ворваться в чей-то чужой дом. Я не знаю, кто вообще тут живет. Крутая тачка. Закрываем двери. Тут, в принципе, ничего нету. Тут есть второй этаж. Есть зачаровальня. И, в принципе, больше ничего. Дайте я вот это поставлю на нормальное. Если бы я помню, где у нас тут нормальное. Вот оно. И выйдем с этого дома. Вот. И замечательно, ребята. У вас может быть вот эта зеленая машина, если она вам больше всего нравится. У вас может быть вот эта желтая машина. Тут даже вот такие небольшие узоры есть. Вот эта желтая машина, может быть вот эта красная. И также может быть вот та синяя, на которой мы катались. Вот она. Как видите, тут реально очень крутое лобби-меню. Тут у нас заправка, если я хорошенько понимаю. И тут у нас перевернутые машины. Тут у нас... Ой, ой! Опа, опа, заправились и поехали дальше. Тут у нас, ребята, даже анимация есть, потому что перевернутая машина, которая слетела откуда-то. И, в принципе, это действительно очень даже круто. Мы можем взлететь и посмотреть, как выглядит эта карта. И она сделана, конечно же, в воздухе для того, чтобы не было много лагов. Да? Поэтому, ребята, все очень круто, карта реально очень крутая, я вам всем советую, и, в принципе, как я уже, дайте, что за, вот, как я уже сказал, карта есть в описании. Заходите по ссылочке, копируйте, скачивайте и играйте со своими друзьями. Я вам показал три различные карты, машины, вы можете заходить и скачивать, и играть, ребята. Я надеюсь, что я вам хотя бы немного помог и нашел крутую карту для того, чтобы вы развлеклись со своими друзьями. Но мне кажется, то, что нужно иметь, ну, хотя бы какой-то... маленький, но мощный компьютер для того, чтобы эта карта не лагала. Но, как я сказал, ребята, прямо сейчас пишите в комментарии, хотите ли вы, чтобы я сделал отдельное видео, видео по Майнкрафту с рубрикой без модов, где бы я показывал, как сделать вот эти различные машины, то есть различные цвета машин в обычном ванильном Майнкрафте, который просто не относится к этой карте. То есть машина с этой карты, но карта вообще в другом месте. Поэтому, ребята, вы можете сделать вот такие четыре различные машины и просто построить огроменный гараж. И у вас даже в GTA 5 такого огроменного гаража не было, и столько крутых машин, как у вас может быть в ванильном Майнкрафте. Поэтому, ребята, если хотите, пишите в комментарии. И также, если набираем 1500 лайков, я вам обещаю то, что сразу же выходит следующая часть, где я сделаю вот это, покажу, как делать машины в ванильном Майнкрафте. И также, может, сниму еще продолжение, где я буду, например, с кем-то состязаться, если, конечно, найду кого. Да. Или даже мы можем сделать что-то подобное у меня на сервере, потому что я хочу там сделать и прятки, и гонки, и Bed Wars, и TNT Run, и многое другое, ребята. Кто не знал, то вот пару дней назад у меня открылся сервер. Конечно же, ссылочка и IP есть в описании. Заходите, на этих выходных я буду там играть, и я не хочу каркать. Но, возможно, у меня появится нормальный интернет. Возможно. Тут у меня такой хреновый интернет, что вы себе не представляете. В России, в Украине уже нормальный интернет был лет так 10 назад. А до сих пор, где я тут живу, в Португалии, можно считать Европа, тут интернет как будто с какого-то каменного века. Я не знаю почему, но если он у меня появится какой-то нормальный, то я буду делать стримы, ребята, проводить время с вами, играть на различных картах и многое другое. Но сейчас заходите на сервер, я там
постоянно провожу время, когда у меня оно есть, точнее свободное время. Ребята, набираем 2500 лайков, сразу выходит новая серия, я вам уже дал слово, поэтому не стесняйтесь. Хотите меня проверить, то что выйдет следующая серия, ту же секунду, как только мы наберем лайки, то, ребята, ставьте эти сами лайки. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, я буду очень сильно рад, если вы вступите в нашу большую дружную семью подписчиков, ребята. Я реально буду этому очень счастлив, если вы потратите на меня всего лишь 2 секунды на лайк и на подписку. Спасибо тем, кто смотрел это видео до конца, приходите на мой канал каждый день, потому что видео выходит каждый день, я всегда буду рад вас видеть на просмотре очередного нового видео. Ребята, еще раз скажу, всем спасибо, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.